Свой полувековой юбилей детский сад «Солнышко» отмечает в год 90-летия со дня образования Ленинского района. И, конечно же, его история – часть истории нашего муниципалитета. Когда-то он был вот таким. Но уже 17 лет детский сад ведет новую летопись. На протяжении всего этого времени дошкольное учреждение возглавляет Любовь Пыхтина. Это были очень сложные перестроечные годы. Это был тот период, когда сад был наполовину пустой. Сейчас, наверное, каждый родитель, пытаясь устроить своего ребенка в детский сад, никогда не поверит и мечтал бы о том времени, когда легко и просто можно было подать заявление и прийти в детский сад. Обретя свою новую жизнь, «Солнышко» изменилось не только внешне. Самое главное, здесь поменялся подход ко всему воспитательному процессу. Большое внимание Любовь Кузьминична уделяет подбору сотрудников. У нас не задерживаются случайные люди. Вот приходят на работу, просят устраиваться. Я просто задаю первый вопрос. Идете в сад, почему работать? Потому что свой ребенок или потому что любите детей? Если говорят, мне на этот период некуда ребенка своего пристроить, то, как правило, эти люди в сад не попадают работать. Ну а кто приходит, тот остается надолго. И тому подтверждение ветераны, которые побывали на празднике в качестве гостей. От Татьяны Хватовой в течение долгих лет напрямую зависело здоровье детсадовцев. Ведь ее задачей, как повара, было вкусно и полезно кормить малышей. Мы так старались всегда, чтобы накормить их. Тогда не было у нас ни шкафа жарочного, ничего, никаких. Это сами все руками, все своими руками делали. Педагогический стаж Валентины Алексеевны Иванцовой 35 лет, немалую часть из которых она проработала в этом детском саду. Я вот 3 года не работаю, вы знаете, у меня все перед глазами. Я просыпаюсь утром, о, сколько время жду. Сейчас то-то идет в группе, в такой-то, например. А если в такой-то, то-то. Я до сих пор помню, все и знаю, поэтому я любила свою работу. Сегодня ветераны с восторгом смотрят на своих последователей, полных творческих сил и желания работать. В детском саду проводится множество самых разных мероприятий. Вот, например, из последних – конкурс рисунка «Праздник весны». Ну а все успехи детей отражены в этих дипломах и грамотах. А в этот торжественный вечер почетными грамотами были отмечены и лучшие сотрудники дошкольного учреждения. Почетной грамотой главы Ленинского муниципального района и памятным подарком награждается Бурьева Виктория Валерьевна. Грамоту от районного совета депутатов получила в этот день Галина Гзирян. Ее работа поистине одна из самых непростых. Ведь каждый год к Галине Грантовне приходят самые маленькие детки, для которых она становится второй мамой. За 19 лет через ее добрые руки прошло порядка 500 малышей. Любимчики есть? Ну, бывает. Ну, почти это все любимчики. Каждый по-своему? Да, каждый по-своему. Праздник в честь солнечного юбилея организовали своими силами. Участвовали в нем практически все сотрудники и воспитанники сада. Музыкальному искусству в саду учат 2 педагога. Одна из них – Ирина Емельянова. Хоть и влилась в коллектив совсем недавно, но уже полюбила и детей, и новую работу. Я очень рада, что попала в этот коллектив. Очень дружный, очень трудоспособный. Девчонки все такие прекрасные педагоги, во-первых, прекрасные профессионалы. Мне очень приятно с ними работать. На праздник пришло много гостей, коллеги и друзья «Солнышко». Каждый в этот вечер смог сказать теплые слова в адрес юбиляров. Первый заместитель главы районной администрации Дмитрий Волков пообещал помочь в модернизации детских площадок сада, а также преподнес подарок от имени главы муниципалитета. Подарок от главы, сертификат вам на 100 000 рублей. Ну а завершением праздничного вечера стала премьера гимна, написанного музыкальными руководителями детского сада. Татьяна Брылова, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видное ТВ.